Саках, одном из самых известных бальнеологических курортов, дорога к Грязевому озеру и к морю, а также побережье возле них, можно назвать набережной с большой натяжкой. И это само по себе нонсенс, ведь Саки восстанавливают здоровье людей и даруют им качественную жизнь уже 200 лет. Но зато здесь гуляют удивительные женщины. Кстати, количество шляпок на набережной говорит о культуре прибрежного города. Так вот, в Саках их не так много, точнее, почти нет. И, например, Татьяна Швец скорее исключение из правил. Ваш образ нас, конечно, очень удивил и порадовал. Ну, вы так всегда ходите? Стараюсь. И зимой, и летом? Нет, ну не в этой же шляпочке, но шляпку всегда одеваю. Но... Вот летом я носила, у меня такая белая шляпа была, а сейчас вот образ такой осенний. Ну, еще первый день на пенсию, поэтому... Ну, в жизни бы не сказала, что вы пенсионерка. Ну, для себя я сделала как праздник. То есть просто виват нашим пенсионерам. Они так замечательно выглядят. Просто виват. Праздник. Что наконец-то заработала и наслаждаться буду жизнью. Что вы делать будете? Работать дальше. Какую бы шляпку вы себе купили, какой бы образ вы себе придумали, если бы это была пенсия, была еще в два раза больше? Кстати, вы ее размером довольны? Я уже себе хочу белое пальто и белую шляпку. Вот видите, как нам повезло. В начале прогулки по Сакской набережной мы встретили вполне довольную жизнью медсестру из военного клинического санатория имени Пирогова Татьяну Швец. Это был первый день ее пенсии по выслуге лет. И она вполне оптимистически смотрела в лицо новой пенсии по возрасту. То хорошо, что у меня сохраняется мое место. И заработная плата медсестры сохраняется, и плюс еще пенсия. Ну что ж, я желаю вам иметь такую пенсию по возрасту, которая приравнивала бы вас по доходам к миллионерше. Ощущение главное. Есть две руки, две ноги, два глаза, два уха. Мы уже миллионеры. Потому что мы работаем в таком предприятии, ЦВЛ, у нас центр восстановления лечения, где спинальные больные. Мы уже миллионеры. Какая особенность у Сакской набережной? Ну, у нас здесь воздух совершенно другой. Мы дышим, у нас степной плюс рапа. Сакскую набережную нужно ценить не за то, что она красивая, могла бы быть и лучше, и не за то, что длинная. Эти 7 километров могли бы быть и поухоженнее, а за то, что на протяжении всех этих 7 километров вы будете чувствовать, что дышите, как в кабинете для ингаляции. И эта ингаляция на основе рапы и соленых брызг. Прошу спокойно относиться к колориту сакских улиц. Мы же говорили вам, что на этой набережной дам в шляпках, подчеркивающих статус прибрежного города, не так уж много. Удовольствия здесь простые и понятные. И свой первый пенсионный день Татьяна пошла отмечать в местную чебуречную. А вы помните, вот вы 18-летней девчонкой пришли в этот военный санаторий. Что это было за жизнь? Вы себя помните в те Конечно. Годы? Конечно. Я говорю, что у нас офицеры пели в хоре все. Это врачи, да? Да. Это было обязательно? Обязательно. А мы, медсестры, танцевали. Это тоже было обязательно? Было обязательно. И жизнь была настолько бурной, у нас были концерты на 7 ноября, на Новый год, 8 марта, 23 февраля. И мы все офицеры пели, а мы все, медсестры, танцевали. Вы по-прежнему считаете, что офицерам обязательно петь в хоре? Ну, даже не то, что... Ну, какая-то жизнь должна протекать не только рабочая, а вот именно такая творческая, да. А я надеюсь, они больных не заставляли петь? Это были, наверное, партийные... у нас смотрели. Они все на концертах присутствовали, да. Это ощущение было... То есть мы на эти тренировки, на эти все... Нас не загоняли туда, мы просто бежали туда. Сейчас бы сплясали на сцене перед больными. С удовольствием. То есть никто не зовет просто. Я постоянно хожу на танцы. Танцую в военном санатории, на площадке. Позволяю себе эти моменты. Что, и танго танцуется? Да, и вальс. Да, я могла бы не спрашивать. Можно было, достаточно было посмотреть на вашу шапочку. Танцую. Шляпу. Танцую. 90-е было не безысходности, но тяжело было. То есть санаторий немножечко начал приходить в упадок. Вот, и шло момент восстановления. То есть непонятно было, что, как. Вот. Но потихоньку ориентировку начальство нашло. У нас отдыхающие приезжали, именно пациенты с Москвы. Спинальные больные. Пожелайте себе что-нибудь на следующую половину жизни, в всяком случае, профессиональную половину. Именно себе? Да. Ну, стать не меньше, как главной сестрой. Это еще не достигнуто? Нет. Какое недоразумение? Оптимизм я именно заработала там, работая с такими отдыхающими. Если эти люди не унывают, то нам уже просто грешно унывать. Здесь, наверное, все-таки в первую очередь курортное лечение, я вот считаю. Да? Я вот просто честно... То есть вы возьмете от него все, что можно?
Нет, ну как вам сказать? Я вот сегодня, я, может быть, даже такой сейчас в эйфории. Я вот сейчас после грязи, я вот хожу такой полу... Может, вам лучше полежать? Нет, я уже полежал, нет. Mm-hmm. Нормально все. Нет, просто, ну, как бы в первое впечатление, честно, не очень как в понятии, да, вот колясок много, там mm-hmm. все. Хотя это я все видел, но не в этом дело. А потом все нормально. Люди приезжают. Истребители не мешают? Да вы знаете, я же во Внуково рядом живу. Какие истребители? Над нами они все падают. Зачем мне бесшумная стиральная машинка, да? У нас же прямо над домами они все ходят. Я уже привык к этому без проблем. Здесь вся, как на набережной, как-то по-особенному чувствуется осень. Очень тихо, хотя и ветер. Людей меньше, чем мало. И делать им особо нечего. Как-то все разбросано. Спринтерские дистанции. Это надо спринтерские бежать. Или стайерские? Спринтерские. То есть внутри санатория? Да, совершенно верно. Надо а вам бежать. Лень бегать от процедуры до процедуры, да? Да нам не лень, а куда деваться? Дело не об этом. Вот. И приходится бегать. Mm-hmm. У меня есть этот самый счетчик шагов. Mm-hmm. Вот, с собой ношу все дела. То есть вы на этой теме хорошо застряли, я смотрю, да? Ну да. Ну и сколько же вы пробегаете за день? По 13 тысяч шагов. Это сколько километров получается? Это примерно где-то около 8. Это только по процедурам? Да. И вы хотите сказать, что это не полезно для здоровья? Да нет, это полезно. Ну, мы тоже про что. Я даже посочувствовала вам, что они так близко находятся друг от друга, процедуры. Можно было бы еще подальше, чтобы бегали побольше. А йогу не пробовали, Юрий Михайлович? Йогу? А вот попробуйте. Все сразу пройдет. Нет. Судя по всему, Юрий Михайлович вместе со своим шагомером отсюда, от озера до моря, так и не дошли. Так, Юрий Михайлович? Как-то захандрил москвич Юрий Тарасов на Сакской набережной. И дело оказалось не в простреленной спине и не в зануде шагомере, а в любви, которую нашел в Саках Юрий Петрович 5 лет назад. Увы, объект его романтической привязанности после последних событий переехала во Львов. В общем, два одиночества в Саках на этот раз не встретились. И пока нет продолжения их курортному роману. А вы ради нее сюда, я вижу, приехали. Не столько ради своего прострела, сколько ради нее. Юрий Михайлович, ну что, домой? Ну не, вам сочувствую. Татьяна, очень люблю и уважаю. Леся Украинка здесь лечилась и писала о том, как ей здорово на этом солнце и на морском ветру. А мы же не такие, как другие. Мы культурные люди. И поэтому не забудем ее творческое наследие. Тяжелый недуг, туберкулез легких привел поэтессу в Крым. В Саки она приехала в июле 1890 года. Месяц лечилась грязями. Отсюда отправилась в Евпаторию. И там написала свое первое крымское стихотворение «Морская тишина». «В час горячий полуденный выгляну в окошко. Ясно небо, ясно море. Ясные тучки, ярко солнце». Какая перфектная картинка сегодня, прямо настоящие Саки, к морю и обратно. Медленно направляются и люди, и птицы. И если вы увидели в Саках такую надпись на заборе, на скамейке или на асфальте, то это искренне. И это не только слова любви, но и слова уважения к городу, который, если и не помогает встать на ноги, то обязательно помогает жить. У меня нога вот эта правая превратилась в хвост. Это были последствия не вполне удачной операции для московского кардиолога Галины Николаевны. Без надежды, как говорится, вся в слезах и соплях она прожила 2 года, а потом отправилась в Саки. После 5 сеансов грязи зашевелились пальцы на ноге. Ну и начала вот как бы учиться ходить, учиться жить. Вот. И в общем сколько? Практически вот 13 лет. Каждый год практически, да, меня лечили вот в военном санатории имени Пирогова. Нет, я хожу, я говорю, что я потихоньку, я вернулась к работе, я врач высшей категории. То есть, ну, в общем, я вернулась в профессию. Вы по этой аллее можете не только ходить, не только ездить, но и ходить. Немножко могу пройти, просто не очень ровная дорога, как бы я боюсь, конечно, споткнуться. Вот, а так, ну, я за вас уверена. Коляска, конечно, помогает. Так, я вас предупреждала, что дам в шляпках не так много на сакских аллеях. Будьте готовы к любому проявлению местного колорита. Я так понимаю, что вот на этой аллее вы знаете каждую щербиночку. Нельзя сказать. Мы тут опять есть. Становимся жертвами отдыхающих. Вот этот человек здесь нас преследует уже нет, не на одном этапе. Памятник есть памятник воинам погибшим. Конечно, жаль то, что, ну, может быть, вот
к правительству Крыма, город изыщет средства. Сейчас он перекидывается человеком, который о вас заботится. В общем, правительство Крыма, горосполком изыщут средства подремонтировать асфальтовое покрытие, потому что... Для человека продолжается предвыборная кампания. Ходить тяжело. Я думаю, что в этот момент Николаю Николаевичу Котляревскому становится все более стыдно и все более стыдно. За что? За ваше поведение. Николай Николаевич всегда был лучшим. Очень... Кать, вам удачи. Вот, может быть, я что-то не то наговорила, но доктор всегда как бы... У меня брат лучший. А вы откуда? Я с Евпатории. Сцена происходила возле памятника Николаю Гоголю. В прошлом тоже пациенту местного курорта. И наш хулиган невероятно напоминал одного из героев «Мертвых душ». Помните Ноздрева? Юрий Юрьевич, ну можно? Сейчас, подожди, я забираю. Это уже хулиган, слушай. Какая же хулиганство? Вы понимаете, что у вас... Подожди. Да подожди, дайте. Что ж вы? Добрый день. Голосуйте за Николая Николаевича Кадриевского. Он лучший. Я нормально, да? Снимайте. Пусть люди правду будут знать. Никакой он не бандит, все нормально. Отличный депутат, нормальный парень, Николай Николаевич. Так он, я не поняла, он все-таки стал депутатом? Да, конечно, стал. Он в исполкоме стал депутатом. Ну, нормальный очень. Какой помощник? Ну, такой вот, да, ну, держи, бывает. Не, это вам я. Это вам подарок. Не-не-не, а зачем мне подарок? Это вам подарок. Не надо. От Николая Николаевича Котляревского. Потом произошел самозахват, штативы и камеры, но не думаю, что вам интересны эти подробности. Не силой, но хитростью и визгом мы все это отбили. Ну вот мы вышли к Сакскому озеру. Когда лето, когда хорошая погода, когда жарко, люди, гуляющие по воде, то есть по грязи, толкают друг друга локтями. Их много. А сейчас вот два редких неуемных прохожих. Ну и вот там несколько отдыхающих. Хотя, кстати говоря, еще неизвестно, что лучше. Гулять по Сакскому озеру этими славными сентябрьскими денечками, абсолютно безопасными в плане радиации, или под раскаленным солнцем. Какое самое принципиальное слово для этих процедур, скажите? Принципиальное? Да, вы только что его произнесли. Нет, даром. Я же не могу. Или на халяву, да. Правильно. Вы откуда сами? Ой, не спрашивайте, он ближе, он с Москвы. А вы? Я с Чукотки. Вам, если оттуда приехали, то в санатории надо. Ну, конечно. Вообще отношения очень хорошие. Просто даже вот не к чему придраться. А кормят, я уже надо пробежками заниматься. Да приедешь домой, похудеешь, все ты говоришь. Да не, у него долгая-долгая зима. Где он там похудеет? Ну там сидеть, как медведь будет. Нет, там у нас всего 3 месяца холода-то. Что-то бояться-то. Не, ну 3 месяца холодно, а остальные очень холодно. Конечно, для этих людей комфорт и забота внутри санаториев имени Бурденко, Саки и в военном клиническом санатории имени Пирогова значительно важнее неудобств этого дикого лечения на озере площадью более 1000 гектаров. Хотя раз уж сюда, к этому озеру едут люди со всего мира. Этот набережный можно было оборудовать, чтобы она была, действительно была, она можно было и раздеться, и посмотреть, потому что если вот в нее ляжешь купаться, она... А вон у вас уже мокрые-мокрые штаны или лежат на мокрой поверхности? Да дойдем тут недалеко, добежим. Вот и дождь пошел, и вещи лежат на мокрой земле. Как у нас тут в Крыму все очень удобно. Но вообще признаки цивилизованного входа в воду в виде этой бетонной ступеньки еще познаются. Но чувствую, жить этим ступенькам осталось недолго. Николай в квадрате, так называет себя отставник Николай Николаевич из Хабаровска, боролся за путевку в Саки. Свои санатории есть на Дальнем Востоке. Ясно. А вы все равно в Крым, ну, вот, да? Захотелось. Вот в прошлом году мы в Сочи съездили, слетали. Ну, в этом году в Крым взяли, чтобы поддержать патриотический порыв крымчан. Насколько мы знаем, тут редкий лечебный эффект в мировом масштабе, да, имеется? Ну так прикольно, ни одной скамейки по побережью, да? Ни одной урны, ни одной раздевалки. Камыши есть, там мягкая, как стелька, да, травушка, вот там и загорают. Так что мы вас просим тоже. Увы, не случился наш отдых в камышах и купание в горячем источнике. Грянул дождь, перешедший в ураган, и мы уезжали из Сак в общество относительно здоровых людей, большинство из которых неминуемо окажутся когда-нибудь на этой набережной, когда поймут ее уникальность, в том числе и для себя самих. Потому что, увы, с годами мы все не становимся моложе.
В гавань прекрасную там мы вошли. Ее окружают скалы крутые, с обеих сторон непрерывной стеною. Около входа высоко вздымаются друг против друга два выбегающих мыса и узок вход в эту гавань. Так Гомер более 2800 лет тому назад описывал путешествие в таинственный Лемос, где живут великаны-листригоны, людоеды, так жестоко расправившиеся с командой Одиссея. За право обладать одной из самых удобных бухт Черного моря непрерывно боролись самые разные народы. Согласитесь, просто неприлично не посетить набережную Балаклавы, этого рыбного мешка в этимологическом, а также прямом смысле слова. А вот если вам не случилось быть с ее оборотной стороны, там, где дорога к Васильковской балке, то это поправимая ошибка. Смотрите, какие краевиды с обратной от набережной на Зуки на конечности Балаклавы. Дойти сюда, между прочим, несложно. Для этого вы огибаете акваторию бухты, поднимаетесь на гору, и перед вами раскрывается удивительный вид и на сторону мыса Ая, а заодно и на мыс Фиолент. Отсюда Балаклава как на ладони, вся с воды, заставленная катерами и лодками. Отсюда хорошо видны, слава богу, уже отреставрированные дома, принадлежащие в начале 20 века известным людям. И, наконец, именно отсюда совершенно перфектный вид на секретный фарватер, вход в объект 825 ГТС, подземное хранилище для субмарин, знаменитую Балаклавскую черную дыру. Подземную гавань со складами, мастерскими, ремонтной базой, электростанции. Строительство этого ремонтного завода для подводных лодок и одновременно прикрытие во время бомбардировок продолжалось всего 5 лет. В случае ядерного удара под этой горой могли спрятаться до 14 лодок и 5000 человек. Она могла выдержать прямое попадание ядерного боезапаса в 5 раз большие бомбы, сброшенные на Хиросиму. Мешок с рыбой Балаклава и под горой сохраняла свой колорит. Когда подводная лодка заходила в док, из которого по технологии выпускали воду, рабочие оставались по колено в живой рыбе. Рыбу коптили прямо в горе. Правда, струящийся дымок мог служить сигналом для шпионов, ведь очередная советская лодка встала на ремонт. Абсолютно вся информация об этом уникальном комплексе станет доступна не ранее, чем через 50 лет. А сейчас с мостика, прикрывающего фарватер для входа подводной лодки, самозабвенно прыгают смелые ныряльщики. В общем, в Балаклаве интересно все – и древняя история, и история советской милитаризации. Вы пройдете по территории, оставленной воинской части. Один лишь бесквартирный мичман по имени Борис Нечиталюк остался жить в казарме после развала Советского Союза и эвакуации отсюда личного состава части. И позже построил на этом месте базу отдыха. Вон торчит нос ее смотровой площадки в виде каравеллы. Теперь талантливый мичман Борис Нечиталюк и его семья – миллионеры. Во всяком случае, я имею в виду, что он не продаст свою бывшую воинскую часть, теперь гостиницу и замечательную съемочную площадку для столичной киностудии, и за $1 000 000. Пройдя остатки площадок для установок противовоздушной обороны упраздненной воинской части, мы попадаем с вами на один из лучших пляжей Крыма. Это Васильевская балка. Она через гору от Балаклавской бухты. Пляж длиной в 300 метров. Со всех сторон окружен почти отвесными скалами. Берег из крупной гальки и чистейшее море. Вы вознаграждены за усилия недолгого подъема и крутого спуска. Впрочем, владельцы вездеходов могут проехать к спуску на этот пляж через карьер Балаклавского рудоуправления. Но тогда вы не увидите Балаклаву с оборотной стороны, а это дорогого стоит. В 19 веке вы бы увидели совершенно другой Кызыл-Яр. Здесь были соляные промыслы. Ну, это помимо того, что люди лечились грязью. А сейчас типичная картина – летающий сверхзвуковой самолет. Что только не делал тот, которого увидели мы. И кобру, и мертвые петли, и пируэты, и много всяких других завораживающих взор фигур. Как будто бы соревновался с нами смотрящими. Кто быстрее устанет, мы смотреть за ним или он летать? Мы именно и наблюдаем, и рыбачим. И что здесь за рыбалка? Покажи же. Карасик. Карасиков показать? А что, Женя единственный, кому везет, да, сегодня? Нет, Женя ближе сидит. Чем рыбалка этого года отличается от прошлого? Я так понимаю, что вы здесь завсегдатые на этом причале. Бесплатная. Да? Вот чем она отличается. А раньше? Раньше платно. То есть хочешь не хочешь плати, да? Ну, 70 рублей в сутки. Это в каком бы вы месте ни сели, это было так? Ну да, все, да. Пускай. Угу. Это рыба идет. Ага. Видите? Угу. Чтоб не было разговора, мы не ловим сетками. А я, вы знаете, почему-то даже не подумала, а вы что-то вдруг разнервничались. А что мне нервничать? Про сетку вспомнили. Спокойный. Мне такое даже в голову не пришло. Да, я вижу, какая уже женщина. Приехали, вот понравилось, и рыбачим здесь. Ну вы так фундаментально здесь основались, лагерем. Ну да, если уже приезжать на рыбалку, то с ночевкой. С ночевочкой, на сутки, на двое. Понятно.
У нас все есть, и покушать есть, и выпить есть. Можем угостить вас вином. Я же за рулем, кто ж меня повезет отсюда? Ну, извини. По этому крутому берегу, который готов обвалиться в любой момент. Да. Вот и все, так и живем тихо-тихо. Из сегодняшней добычи не только 15 килограмм карасей, ну, можно так сказать, карасиков, но еще и эта огромная-огромная мидия, выловленная на дне озера Кизильяр, и вот этот мобильный телефон. Я понимаю, что после того, как он здесь пролежал, возможно, несколько лет, вряд ли он будет работать. Но посмотрите внимательно, может быть, кому-то он дорог, как память. Если да, то обращайтесь к Виктору и Борису из Евпатории. Больше никаких сведений о них у меня нет, кроме того, что они очень любят рыбалку на Кизильяре или Ивановском озере. Итак, Кизильяр сегодняшних дней. Рыбаки, которые пришли на бесплатную рыбалку, что немаловажно, и штурмовики, которые дают им восхитительный спектакль в этом высоком и прозрачном небе. Насчет бесплатной рыбалки действительно очень важно, потому что год назад только часть берега Кизильяра арендовал предприниматель. Только часть озера. А брали они деньги с каждого, кто присаживался здесь порыбачить. Здесь так грязно, что слабонервным и чистюлям я сюда прошу не ездить. Даже дельфин, который выбросился на берег после последнего шторма, а это было еще весной, до сих пор не убран отсюда. Итак, Вадим, вы меня привели в это место, между прочим, исключительно грязное, чтобы поговорить о сакральных вещах. Ну, это и есть начало, как бы сказать, знаменитой Красной Горки. То есть это первая возвышенность, которая встречалась по дороге, а дороги шли, все шли по берегу моря. И первая возвышенность, которая встречалась на пути, это называлась Красная Горка. Это вот первое, где наметили собраться еще 1000 лет назад, собраться князья, ратные люди, кто морским путем, кто пешим, конным, собраться именно и наметили это место. Они собирались здесь, потом как бы устроили вечи, которые решала, как жить и как быть, и какую веру принять. И в честь этого здесь был построен потом Красногорский монастырь. Сначала часовня, потом Красногорский монастырь. Паломники приезжают сюда каждую весну и осень. Приезжают на автобусах сюда, на Фрунзенский пансионат, и идут пешком по дороге вот на это место, где стоял Красногорский монастырь. Красногорский монастырь действительно был, и он просуществовал почти 400 лет. Но вместе с тем собрание на Красной Горке вполне убедительная, но все же гипотеза. В 988 году вниз по Днепру, мы знаем, отправилась огромная рать, возглавляемая Владимиром. Через негостеприимные воды Понте Эвксинского она достигла Таврики, где высадилась в одной из бухт Гераклейского полуострова. Так утверждают архивные источники. Но Гераклейский полуостров все же гораздо южнее поселка Фрунзе. Вполне возможно, что это была другая Красная Горка, ближе к хорошо укрепленному Херсонесу, где-то в районе сел Вилина или Береговое, или даже дальше современных Орловки, Любимовки, Учкуевки, а может быть еще ближе к Севастополю. Но даже в виде гипотезы, которой придерживаются жители Фрунзе, она достаточно хороша, чтобы быть поводом для туристического маршрута. Тем более, что сопровождает эту легенду еще одна, уже почти современная история. Здесь до 21 года стоял... 1921. 1921 года стоял большой каменный 4-метровый крест, на котором была выбита именно надпись, которой поставлен честь принятия христианства на Руси. И в 1921 году, почему мы говорим до 21 года, он пропал. Куда он делся, так следов и не нашли. Или можно его повалить, разнести по камешкам. Или его вывезли, или закопали, чтобы сохранить, или куда-то, ну, неизвестно, куда он делся, но стоял. Но какие бы цели вас сюда ни привели, паломнические, рыболовные, туристические, пляжные, или просто вы любители наблюдать за танцами истребителей, помните, что Красная Горка чрезвычайно опасна для любого гуляющего под ней или по ней человека. И все ее многочисленные достоинства, от лечебных до исторических, в одну секунду могут превратить вашу прогулку в трагедию. И есть шанс, что так случится в любой момент, пока в этих местах не проведут берегоукрепительные работы.